Всем привет! Сегодня у нас очередная большая распаковка. Тут очень много посылок, 32 штучки. Здесь я даже не подозреваю, что находится. То есть будем распаковывать, смотреть. То, что уже у нас было в обзорах, в распаковках, мы отложим. То, чего еще не было, более детально посмотрим. Это очередная партия АЛ посылок, которые не шли там с октября, с ноября. Теперь у меня получается по 28. Сегодня у нас 18 января и по 28, по 29 ноября все посылки уже получены. Остались только декабрьские, которые были заказаны в декабре. Вот, ну давайте будем распаковывать и смотреть, что здесь у нас есть. Итак, продолжаем, и меня очень радует на данный момент. Я вижу, что здесь практически все товары, которые, ну, много, очень много товаров, которые у нас еще не фигурировали. И это очень круто. Вот одну я посылочку даже не распаковал. Давайте это с GD. Итак, давайте начнем с чего-нибудь крупного, чтобы можно было его отложить. Вот эта штука, давайте с нее начнем. Это массажер для скальпа, то есть голову чухать. Такой вот красивый, в такой упаковке. Он с магазина Гамес. Я его покупал в магазине Гамес. Два штуки я купил, там не помню, по-моему, по 10 центов они продавались. Вот. В принципе, давайте покажу, как это работает. Вот, просто вот так на голову оно вставляется и чешет голову. Да, и балдеж такой приходит. В общем, ну, вот так вот это работает. Вот, получается, это новая, это вот моя старая, они похожи, здесь просто длиннее ручка. Эту я брал у нас в офлайне, в офлайн-магазине, я не помню за сколько, но недорого. И вот это вот с Гамес магазина, немножко здесь ножки нужно поправить, ну, они так расправляются. Штука прикольная, почесать себе голову, расслабиться немного, она действительно помогает и действительно немножко расслабляет. Далее, раз уже затронули магазин Гамес, давайте по нему тоже пробежимся дальше. Вот, получается, три коробки вот такие, по 50 центов я их покупал. Давайте посмотрим. То есть я купил такие подставочки на Gearbest в начале, такие сейчас, давайте для сравнения возьму сразу. Вот, для сравнения я взял вот такие вот подставочки, я их набрал на Gearbest, несколько штук по распродажам, вот так они ставятся, ну, очень удобные, очень прикольные, и я на них ставлю телефоны перед монитором и так далее. И были распродажи на Гамесе, получается, вот таких более мощных, как бы, но по качеству что-то он не фантаст. Вот так жестко он клацается. На картинке оно выглядело намного приятнее. Вот здесь торчит эта штука, не вставлена плотно. То есть резинка, которая для того, чтобы телефон не ездил. В общем, по 50 центов я, ну, не советую. Лучше вот тут такие взять, они приятнее выглядят, приятнее качество. Ну да, как бы уже взял. И на картинке они действительно лучше намного выглядели. Вот три штуки взял по 50 центов. Вот беленькая, симпатичнее выглядит, но немножко она испачкана. Вот. Такая немножко желтизной. Вот, ну, косяки по пластику здесь. Вот эта штука получается, которая в серединке, она вытягивается полностью. Давайте вытянем, посмотрим. Вот. Вот такое. В общем, 50 центов оно стоит, но не более. Вот, а то и меньше. Ну и давайте третий распакуем, тогда сразу посмотрим подставочку. Третья тоже беленькая. Вот, и телефон, получается, в чехле сюда и не влазит. Вот. В общем, грустная, грустная подставочка. 50-центовая. Ну, ничего страшного. Немножко я расстроился, но если не найду применения, то есть в чехле, а ну давайте попробуем без чехла, телефон встанет. Сейчас я сниму свой чехол, у меня большой просто чехол. Да, без чехла он становится, телефон. И так, ну и так, видите, и то не плотно он туда становится. Вот. Поэтому, ну, не советую, в общем, я эти
подставочки. Поехали дальше. Вот это вот щипчики, они, по-моему, из магазина Rose Gal. Давайте раскроем. Прикольно сделаны. Они прикольно сделаны. И, я так понимаю, можно носить с собой, наверное, для этих целей. Давайте попробуем. Да, довольно-таки легко отщелкивает. Прикольная штука. Вложим. Дальше. Сумочка Xiaomi. Походная такая, косметичка. Вот с такой вот ручечкой. Смотрим. 90. Вот, какие-то характеристики. В общем, где-то такого ярко выраженного, что это Mi, нету. Ну, кроме вот этой эмблемы 90, которая на походных сумках, на чемоданах есть. Как мне подсказали в одном из моих видео обзоров. 90. Внутри силикат гель. Такая. И внутри она баллоневая, или как-то, наверное, для того, чтобы вещи не промокали. Или, ну, сделано очень круто, очень приятная на ощупь, такая немного она скользковатая. И вот здесь тоже сеточка, то есть сюда, наверное, зубные щетки, пасту ложить. И дальше большое одно большое отделение, вот так, и два маленьких, вот так и вот так. Хорошая сумочка, снаружи карманчиков нету. Отлично. Собачки без каких-либо признаков познавательных. Дальше, давайте вот эти вот штуки посмотрим. Это USB получается, микро-хаб, микро-USB хаб. То есть микро-USB вставляем и можно что угодно подключить, клавиатуру и так далее и тому подобное. Сделано, ну, пластик такой качественный, сделано очень все хорошо. Микро-USB и 2 USB. Итак, подключил к телефону, подключаю в USB. И вот подготовка карты USB флеш-накопителя. Вот так вот мигает поиск ошибок. Как он долго будет их искать. Все, и флешка заработала, открылась. Да, это у меня флешка с Windows. Все заработало, все отлично, хаб этот вполне рабочий и все отлично работает. Как насчет нескольких девайсов? Да, работает, определилось обе флешки, вот я их воткнул, обе флешки определились, все работает. А вот третий порт микро-USB, я так понимаю, это дополнительное питание, наверное, или подача питания, то есть через него идет питание на устройство. И вот эту вот мышку, клавиатуру можно подключить или флешку к нему. Отличная вещь, с удовольствием буду пользоваться, ну, бомба, все работает. Все круто. Далее ножик для зачистки кабелей. Какая-то грязь на нем, в чем-то он испачкан, оттирается. Ну, в общем, останавливать внимание на нем не будем. Хороший ножичек, их я купил несколько, по-моему, по 10 центов тоже они продавались. Вкладываем. Ладно, поехали дальше. Дальше сумка. Переживал кто-то, что может прийти другого цвета. У меня вот черная сумка, и моя первая сумка черная, и вот эта тоже вторая черная. Вот так она вот разбирается, вот так выглядит. Я реально люблю эту сумку. Если вы наблюдаете за моими видео, то у меня в некоторых видео она мелькает с сумкой Xiaomi. Я ее ношу в сумке Xiaomi, и если мне нужна побольше сумочка, я открываю кейс, достаю эту сумку и пользуюсь ей с удовольствием. Реально классная сумка. Вот так вот компактно складывается. И можно ее куда-нибудь на сумку, на карман повесить. Даже в карман она помещается удобно. Уже была у нас в обзоре, поэтому более детально. Поэтому останавливаться сильно на ней не будем. Далее давайте посмотрим вот такие еще кабели. Это, по-моему, из JD магазина. Вот, два штуки их идет. Один отложу сразу и второй посмотрим. Тоже это JD.com и кабель. Сделано все хорошо.
никаких проблем. И вот здесь для разных, я так понимаю, зарядка для разных портов. Мини-USB, микро-USB, Lightning айфоновский и старый, я так понимаю, это, наверное, 4-й iPhone или, может, какой-то другой. Кабель с виду качественный, все сделано четко, останавливаться на нем не буду. Далее, давайте вот тут эти вот штучки посмотрим. Очень долго их ждали, это с GearBest, это для занятий спортом, резинки для занятий спортом, для фитнеса, я не знаю, как бы, вот. Вот так они выглядят. Вот, растягиваются. Вот такие вот резинки, запах резины, но не противный. То есть такой, ну, как бы приятный запах резины. Я, ну, даже не знаю, как бы описать. Вот такие вот две штуки покупалась для жены. Наконец-то пришли, она их очень ждала. Далее, давайте вот эту машинку еще посмотрим. У нас уже была недавно машинка с Rose Gal за 1 цент, а это уже, я не помню, с какого магазина, ссылка будет в описании. Это покупалось уже не за 1 цент, но около там 2 или 3 долларов, я не помню. Давайте на нее просто посмотрим, там более детальный обзор на предыдущую есть, они все практически одинаковые. А, меня интересует, давайте все-таки откроем, меня интересует, горит ли здесь задний стопак. Вот, как и во всех предыдущих машинках, задний стопак здесь один, работает один только. Вперед работает оба, назад один, как и у всех. Причем я вставил батарейки, не заряжал ее вообще, она вот работает. Отлично, в коллекцию. Вчера мы играли в догонялки с сыном. Все, а нет, не все. В общем, в коллекцию сыну еще одна машинка. Откладываем. Далее, давайте посмотрим вот на эту вот штучку. Это у нас для счетов. Учиться считать. Такая вот бочонок. Он сделан, я так понимаю, из пластика и на нем наклейки. Крутятся вот эти две боковые грани, они не крутят, они крутятся, но с трудом. А вот центральные, да, они, получается, они друг друга продеты, а все остальные центральные грани, они просто прокручиваются по круг вот этой вот такого вот барабанчика. Давайте оденем все обратно. Для ребенка, у кого есть ребенок, учится считать, можно купить. Но не стоит она, даже, я думаю, доллара не стоит эта штука. За сколько там? За 10 центов, если акция есть, покупать. Просто так покупать более дороже. Ну, вообще прикольно, крутится неплохо. Вот, ну, так все сделано очень дешево, я бы сказал. И, ну, конечно, за 1 цент, конечно, дешево. Ну, в общем, доллара она явно не стоит, эта штука, как по мне. Далее, давайте амбушюрки. Амбушюрки для наушников КЗ. У меня несколько наушников КЗ. В одних сейчас мы записываем видео. И я сейчас возьму вторые и посмотрим. Люди писали, отписывали, что они не важные, и они остаются в ухе, потому что им не за что зацепиться вот этим внутренним штучкам, не за что зацепиться. И у меня уже вот порвалось сразу. То есть действительно не важно, это я на GearBest покупал, но доллар с чем-то они стоят. Наушники КЗ, наверное, нужны будут. Ну давайте такую оденем, снимем старую амбушюрку. Но вот здесь они гладкие, то есть как бы, да, и вот эти резинки, они на гладкой держатся довольно неплохо. Да, эти снимаются как с трубы, просто, ну, давайте в ухо вставим. Кстати, вот эта вот маленькая неплохо и зашла в ухо неплохо, так они очень легко съезжают. То есть в сравнении с родными, которые идут. Вот, родные ты одел, и все, они не снимаются. Вот, только надо усилия приложить. Вот, ладно. Попробую их с какими-нибудь наушниками. Может быть, там проведу эксперимент, похожу с ними пару дней и посмотрим, как они вообще держатся с наушниками. И потом в каком-нибудь обзоре наушников, потому что еще идут разные наушники, в каком-нибудь из обзоров, возможно,
расскажу более детальнее про них, про эти амбушюрки. Но первое впечатление не фонтан, народ отписывается, что не стоят они вообще покрасить и выкинуть их. Далее, вот держатель для очков, в машину повесили на козыречек, вот сюда очки воткнули. Застегнули, тут две застежечки есть, вот такая вот жесткая и помягче, вот, и пользоваться. У меня когда-то были уже они в обзорах, в одних из первых обзоров, вот, я их покупал давно, и тут была акция какая-то, я купил. Далее, что это у нас? Что это такое? Что это такое? А, это набор для чистки лица. Я не знаю, как бы, зачем он, но я увидел этот набор. Была акция, да, и сработал инстинкт, акция надо брать, вот. Такие они в резиновых, цветных, их набор получается, разных крючочков. Какие-то иголки, да, они закрыты, вот, как его снять, эти резинки, вот, иголка такая, иголка вот такая. Вот, вот такое вот колечко, и еще одна иголка, тоже с другой стороны колечко, и здесь с другой стороны вот такие вот колечки. Давайте вот так я ближе их подведу, сфокусируюсь, и мы посмотрим более вот так. Вот так, наверное, более понятно, что где. В общем, я не до конца понимаю, как это работает, но вот выглядит это так. Ссылка будет в описании. Далее, сразу два браслетика у меня Xiaomi-шных. У меня, получается, у жены часто портятся браслеты. И у меня недавно испортился мой браслет. Почти год я с ним ходил, оригинальный Xiaomi-шный был. Почти год я ходил и не осталось. Поэтому я сейчас вот взял такой вот. Он более жесткий, но вроде бы сделан качественно. И вроде хорошо все держится. Вот цвета хаки, можно сказать. А вот эти я заказал давно. И у них пластиковый корпус, вот этот. И он, получается, проблема вот таких вот ремешков, что они со временем теряют жесткость. И они растягиваются, и сама капсула начинает из них выпадать. Вот такой вот ремешочек должен быть немножко лучше и лучше держать. Сделано все неплохо, два штучки я их купил, вот один, вот второй. И вот эта вот крышечка пластика, она не должна растягиваться и дольше должна прожить. Ну вот единственный момент, вот здесь вот возможно, возможны проблемы вот здесь. Как-то так, вот нравится мне с виду он, как это будет, сломается этот ремешок, похожу с этим, и уже будет у меня впечатление и об этом ремешке. Ну, выглядит все качественно, хорошо, тоже покупался на распродаже, ссылка будет в описании, откладывать. Вставил Mi Band, он сел сюда отлично, вообще снизу вставляется тоже, сел отлично, и такой, он, по-моему, легче, чем вот этот ремешочек. Такой практически не чувствуется на руке. Далее, вот такой вот переходничок на ключи с такой длинной цепочечкой, с микро USB на Type-C. Переходничок можно с собой таскать, у кого Type-C, допустим. Ну, сейчас уже Type-C никого не удивишь, и почти у всех, я думаю, должны быть, ну, не переходники, а провода. Вот, но... Вру все же, наверное, я по себе сужу, и у меня проводов полно этих, и Type-C, и переходников, а, наверное, не у всех они есть, и если у гостя прийти с Type-C, попросить зарядку, я думаю, вряд ли дадут. Ну и вот таких спасает, таких моментов вот такие вот переходники, его можно повесить на ключики, неплохо выглядит. Поехали дальше. Стекло для Redmi 4X. Сам телефон еще не пришел, мне его перевыслали где-то числа 7 и до сих пор не пришел. Ну давайте посмотрим, потому что с AliExpress недавно пришло стекло разбитое. Вот, я надеюсь, это целое. Это целое, с Gearbest'а пришло стекло, оно целое, все с ним в порядке. Как придет телефон, мы его приклеим на него. Вот. Далее. Далее вот такой вот еще переходник с USB на Type-C.
Отлично, пошли дальше. Дальше. Что это у нас здесь? Это фонарик. Фонарик уже у нас был. Это с Rose Gal или с Gamis, я не помню точно. 79 центов он стоит, фонарик. Прикольный фонарик. Вот, купил еще кому-то на подарок. Или, может быть, себе буду воспользовать когда-нибудь. Далее, вот такой вот шарик. Он сделан как из... ну, из какого-то, знаете, как клей из клеевого пистолета. Вот такими вот просто шариками он сделан. Есть небольшие косячки. Вот здесь такая впадинка. Вот, ну, давайте посмотрим, как он светит. Круто, переливается цветами. Этот шарик, он из товаров по Under $1. Из Gearbest магазина. Давайте сразу, раз уже открыли, возьмем остальные. Вот эта вот штука я недавно покупал себе. Мне она понравилась, друзьям понравилась. Я подарил свою друзьям, а себе заказал еще одну. Вот принцип какой. То есть, хоп, затянули. И знаем, сколько мы... сколько диаметр. Вот. Единственное, что неудобно, потому что с наружной стороны футы, а сантиметры из внутренней стороны. Вот. И это не совсем удобно. Но, в принципе, я думаю, если достать здесь вот эту кнопку, там будет, наверное, или расколоть, и просто перемотать в другую сторону, и будет снаружи. Я попробую, если у меня получится, сниму об этом дополнительное видео. Далее, тут уже совсем чуть-чуть осталось. Что это такое? Flying Gliders Spitfire MK1 Power Drop. Вот, какой-то пропеллер, самолет. Получается, самодельный маленький вертолет-самолет. Совершенно непонятно. Ну, давайте попробуем собрать. Крыло одно примято, такое подшатывается. Так, вот уже получился самолетик. Зачем их тоже две штуки, вот этих вот пластиковых? Ну, наверное, одна запасная, я не знаю. И все, у нас получился самолет. Запускаем. Летает очень круто. Еще раз запускаем. Блин. В общем, самолетик прикольный, но помещение нам не позволяет заснять, как он прикольно летит. Он планирует, да, действительно прикольно. В принципе, он легкий, как самолетики, которые мы делаем из бумаги. Ребеночек его может тут уничтожить быстро, и летит тоже неплохо. Ну, будет ссылка в описании. Я покупал за копейки какие-то, поэтому я не думаю. А, ну да, это из товара Under $1, поэтому, в принципе, за такие деньги отлично подойдет поиграться. Хотя можно из бумаги сделать, будет такой же эффект. Ну, хотя здесь нет, наверное, эффекта такого не будет. Здесь прикольнее, он же выглядит как самолетик. И с пропеллером, и очень-очень круто. Единственное, что надо вначале, наверное, с бумажным научиться обращаться ребенка, потому что хрупкая вещь и может быстро сломаться. Итак, откладываем. Ну и последнее, что... Нет, не последнее. Давайте вот это вот посмотрим. Это гирлянда в виде цветочков. Не было еще ее. Вот. Красивая такая гирлянда. От двух батареек она питается. Давайте попробуем ее запустить. Ну и горит она обычным огнем. Вот такие вот приятные мягкие цвета. Ну, симпатично. Немного их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять штучек. 10 розочек. Обычная гирлянда, я так понимаю, такая же, как у нас приходила тысячи раз. Только питается от двух батареек, а не от трех. И налеплены цветочки такие. Они как из пенопласта или чего-нибудь. Ладно, откладываем. И последняя вещь. Народ уже отписался, многим поприходило. Все довольны. Такая небольшая. И я уже сразу захотел... есть такие как бы пятна вот по бокам, вот очистили, и он черный, то есть получается, оно рисовало чем-то, и вот эта вот кнопочка очищает. Я, получается, держу вверх ногами, вот так нужно держать.
Действительно классная штука, пишет, я не знаю, видно или нет. Вот, давайте ближе вот так сделаем. Вот, давайте сотру, еще раз напишу. Вот, крутая штука, единственное, что она маленькая, и действительно люди говорили, что нужно было брать больше, и, наверное, я возьму этот записник себе, но в этот раз, вот, в этот раз больше. Действительно крутая штука, ребенку можно дать порисовать, такой небольшой блокнотик, который помещается в карманчик. Вот, ну единственное, что одна страница получается для рисования и нет памяти, да? Но зато можно какие-то там карманные зарисовки делать или записи, вот, что мы начертили. И нажимаем кнопочку, все, мгновенно стерлось. Круто! Вообще классная вещь, мне очень нравится. Так, не выключили. Вот. Бомба. И, наверное, я куплю себе теперь побольше еще. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!